начну. Я палку, конечно, с акцентами. Все поняли правильно. Наш общий враг – телевизор. В начале 2000-х годов при таможенной проверке теплохода, выполнявшего рейс из украинского Мариуполя в грузинский Поти, был обнаружен контрабандный груз – 70 мешков шариков-подшипников. Ответьте, как называется этот теплоход, учитывая, что он уже возил контрабанду. Время.